Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего видео – чем носить большой и длинный шарф. 20 роскошных и модных вариантов. Большой шарф – это востребованный аксессуар, который обладает практичными преимуществами. Огромная деталь ярко выделяется на фоне образа, а также утепляет его и согревает в холодное время года. Большой шарф носит в деловых, повседневных, женственных и спортивных стилях. Большой шарф хорошо сочетается с тренчем, пиджаком, пальто, пуховиком, шубкой, блузкой или рубашкой, кожанкой, худи или свитером. Классическое пальто принято носить вместе с шарфиком, но обычно это миниатюрные детали, которые прячут под воротник. Стилисты считают, что в образ пальто стоит добавить модель большого шарфа, чтобы увеличить мягкость и объемность имиджа дамы. Прекрасным решением станет деталь, в точности повторяющая цвет классической верхней одежды. Для создания супер теплого и стильного образа выбирают большой пушистый шарф, который аккуратно повязывают поверх объемного пуховика.